И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, мой сын Ярик и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карту на ЦУНАФ 1, будем с Димончиком выживать. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Если ее пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Димон, эта ночь очень будет сложная, мы должны выжить, охранять от пиццерии от всяких бомжей, и там, и кто-то еще там. Чтоб, короче, никто не обсакал углы на улице, там, и что-то еще, да, Димон? Да. Только мы не как обычные эти охранники, будем по камерам, знаешь, сидеть вот эти всякие. Есть же такие охранники. Не, мы обход будем делать как настоящие, все по РП. Да, патруль там, ходите, смотрите. Да-да, огненный патруль или какой? Какой? Огненный. Огненный. Не огненный. Не огненный. Так надо оружие взять. Пока еще не пылает. Опа, ты видел, аниматроник пробежал. Они стоят себе на сцене. Они добрые, Димон. Этого аниматроника вообще колбасит. Димон, идем на кухню проверим. А где повара все? Так, ничего даже покушать нам не оставили. Пицца. А все сожрали, вот говнюки. Нам ничего не оставляют. Не, ну даже. пахнет борщом. Вон, Димон, в кастрюле кислый борщ. Не хочешь? Он скис немножко. Вот сразу, Димон, видно, розовый подарок тебе. Если, смотри, свет включать, то нормально. Если свет выключить, то что-то с елкой не то происходит. Не, нормально все. Не, свет выключен, на фонарике елка начинает такая синяя какая-то. А если свет включить, то нормально. Да не, Димон, нормально и так, и так. Не-не-не, елка переливается. Ладно, я с тобой соглашусь, хорошо, она синяя. Она и синяя. Смотри, Димон, там Чика в окно смотрит. Ну да, смотри. А, мы можем тут на второй этаж подняться. А не, не открывается. А у нас, мы же охранник, у нас замки есть. Какие замки? Ключи. А ты мочишь. Замки есть. Вот я сказал, смешно. Если что, скажем, что какие-то хулиганы стекла. Да-да-да, выбили стекла. Мы же-то охранники однодневки. Мы так чисто поржать пришли, снять ролик и все, и уходим потом. А что у одного охранника стоит, у другого миниган. А нам выдает это по работе. Директора кабинет был. Я вот с таким буду автоматом ходить, тоже нормальный. Неплохо, неплохо. Тихо, меня не надо трогать, я боюсь. Стоят какими-то... О, Чика улыбается мне. Фредди тоже лыбу тянет, а этот вообще... Или это? Кто это вообще? А, это же Мангал. Ох ты, блин, ты ж... Смотри, смотри, он по частям разбирается. А тут есть кнопка и... Он исчез. Вот он молодец. Круто испугал меня. Немножко аж так дернулся. Как он под пол провалился? О, там Чика стоит, смотрит. У нас гости. Какие-то они странные сегодня, ребята. Димас, стой. Я знаю, что этому гостю подарить сегодня. Пускай он там стоит, сейчас я ему кое-что подарю. А что ты там? Награ! Нормально, да? Подарок? Мочи. А зачем ты взрываешь? Может, они же... А сколько аниматроник, Димон, стоит? Как ты думаешь? Ну, как минимум $5000, наверное. Как... Ребята, напишите в комментарии, как вы думаете, сколько стоят аниматроники? Ну вот, допустим, этот, наверное, если он даже может поскольз... А, все, он поломался. Все. А нет, он рабочий. А, все, видишь? Ну, я думаю, такой аниматроник обойдется в 50 триллиардов долларов. Ничего. Что, из золота, потому что ли, сделано? Он умеет проваливаться под стену. Вот этот, под пол. Может, мы фокусники какие-то? Фокус. О! На тебе, Димон! Напугали меня. Аниматроники взбесились, какие-то дикие стали. Аниматроники нам объявили войну. Все, Димас, доставай дробовики мощные. Сейчас, подождите, оверлей. Так... Так, Димон, давай оружие, хорошо. Давай. С этими аниматрониками мы сейчас разберемся быстро. Дробовики, сейчас, говоришь, мощные. Сейчас я дам пушки нормальные. А ну давай, что ты там выдаешь? Во. О! Вот такая штука нормальная. Все, Димон, заходим. Залетают чистильщики. 2-0. Так, ну-ка, аниматроники повылезали из своих конур. Сыкуны, выходите, где вы? А-а-а, Димас, за... Балунбой стоит! Гаси этого... Ай, блин, тут черный этот пришел. Факин щет. Чоки, факин щет. Где он там, где он? А, Димон! Просто из тебя кишка вывалилась. Это жесть.
вон он, гаси. Да, Димон, это очень мощный аниматроник, его так не убить. Мы его только царапаем. Че, вы кислотой можете фига? У тебя есть что-то получше? Да, надо кислотой его гасить. Так, вот, у меня есть кислота. Димас, беги! Бегу! А, тут Бонни еще пришел, да отвалите! Погоня за мной, аниматроничная. И Ярик ржет! Получай тебе за стену. Димон, где ты? Я, Димас, забрасываю окна химией всякой. И что? А, этот откуда взялся? Чебурашка, блин. А кто там, Димон? Родился. Иди отсюда, лунтик. Мочите, мочите, Димона, правильно. Димон покемон свой жизнь себе отравил. Димон покемон себя отравил, походу. Конечно, отравил, блин. Надо же. Ой! Здрасте! Так, ну все. Димас, ты умер? Я живой. Ах ты, блин! Я сейчас, Димас, тебя офигенно. Димон, что ты смеешься? Надо отомстить за меня, Димон. Отомщу. Так нельзя оставлять. А, только меня не бей еще раз, пожалуйста. Дед Мороз пришел. Подарочки принес. Подарки вам. На. Ого, ты жахнул. Неплохое спасибо мне сказали. Димон, смотри, где я. За подарок. Димон, смотри. Так. Вижу. Кстати, у меня такая базука в руках. Когда ей стреляешь, он ее потом начинает выкидывать. Как будто, знаешь, один выстрелил раз и все. Одноразовая, она... да, типа? Да. Сейчас видишь. Во-во-во. Я видел там чью-то бошку. А! На! О, опять выкинул. Я гашу. Папа, вернись его вниз. Папа. Мама. О, Димас, там... Я бегу. Ярик ржет. Ярик, два другого. Это очень мощный аниматроник. У него 100 тысяч хп. Два других для прикола. Как? Это чересчур имбовый. Блин, я его боюсь. Ладно, смотрите. А я иду. Вот, в пиццерию. О, Димас, эти шары сносят по 1000 хп, Димас, вот эти вот на пульсовой этой пушке. Пульс рифл, AR3, короче, AR2, как она называется. Ну, из Half-Life пушка. Она сносит по 1000 хп, короче, не вот. Иду. По кругу обхожу. Хочу как-то красиво их убить. По марионетке, а то вам плохо будет. Я знаю, чего они боятся, какое оружие. Какое? Пистолет читерский. О, Димон, это правильно, только меня не убей. Да, я читер. Да блин, а так нечестно. А то, что у тебя 50 миллиардов хп, это честно? Война началась. Димас, у меня тут зачистка, как будто вспахиваю поля прям. Я не вижу Ярика, он невидимый стал. Я за тебя. Ах! Кто у нас тут? Пиццерии проживает. Вот так, да, значит? Хорошо. Сейчас я что-то возьму еще другое. Я пока, Димас, спрячусь. А, блин, от вас, блин, не спрячешься. Идите отсюда. Я читаю твои мысли за 1000 лет. От вас, блин, нифига нигде не спрячешься, аниматроники вонючие. О, Димас, ты чё, фоткаешь? Я Супермен. А чё у тебя из башки торчит пистолет, и ты стреляешь из него? А я башкой стреляю. Нормально. Мочи его! А, я бегу. Бегущий в лабиринте ты? Побежали. Бегущий среди пиццерии. Бегущий в пиццерии. Нормально, ребят, новый фильм с Димасом с ними. Так, что у меня тут еще какие есть еще пулеметы? Вот этот нормальный. Нет, против этого черного ничего не сделаешь. Он слишком сильный. Давайте, кто? Я слабак. У тебя, Димас, пистолет так стреляет, как будто там солнце какое-то. Так ярко вообще. Классно. Ах, блин, Ярик, опять ты, хорошо. Если мне понадобится, я вас из-под земли достану. В прямом смысле слова, я тебя из-под земли достану, все сходится. Я такой пулемет здоровый взял. Я тебя из-под земли взял за ногу и утащил к себе. В нем очень много патрон. Я тебя запрусь, короче, у себя тут в этом. Ну, в нашей комнате, в общем, охранно. Ах, с одного раза, что ли. Я взвесился, меня так просто не остановить.
Все, я становлюсь добрым, лучше меня не обижайте, а то я могу там беситься, то что вам мало не покажет. Так. Вот это Димон класс, да, мы пиццерию? Ребята, лайк за такое, смотрите, что мы делаем. Они друг друга мочат. Вас это вообще класс. Фейерверки новогодние. А, ты походу прячешься от меня. Я тебя хочу просто что-нибудь под земли достать. О! Убил? Да. Меня убил. Ни один аниматроник не... Ну, чё? Получается, мы эту пиццерию защитили? Ну, конечно. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!